Добрый вечер, наши уважаемые зрители. Мы начинаем наш новогодний отчетный концерт духового отдела. Пожалуйста, телефончики выключим, звук уберем. И наши участники уже готовы первым номером подарить нам новогоднее настроение. Кузнецов Александр, Баранов Тимофей. Они исполнили произведение Гришина «Карнавал». Преподаватель Киселев Игорь Евгеньевич, концертмейстер Новак Ирина Юрьевна. Следующим номером у нас выступит Гизатуллин Георг. Он исполнит произведение Нуриева «Танец джигитов». Класс преподавателя Сапкова Романа Валерьевича, концертмейстер Новак Ирина Юрьевна. Георг у нас стал лауреатом первой степени на открытом конкурсе «Уральские переливы». Давайте похлопаем. Где же наш
котором выступает Тикотский Борис. Он исполнит Шостакович, произведение Шостаковича «Голуб», преподаватель Майфат Станислав Сергеевич, концертмейстер Майфат Татьяна Алексеевна. Соната, первая часть. Концертмейстер Кобрусева Елена Яковлевна. Катя тоже стала лауреатом первой степени на конкурсе «Уральские переливы». Выступает Изотова Елизавета. Она сыграет Вивальди концерт, третью часть. Лиза также стала лауреатом первой степени открытого конкурса «Уральские переливы» и лауреатом третьей степени очень сложного международного конкурса духовых инструментов имени Щелокова. Преподаватель Сапков Роман Валерьевич, концертмейстер Нова Карина Веревна. Thank you.
сейчас перед нами выступит ансамбль кларнетов в составе Суханов Елисей, Кикотский Борис. А помогать им будет их педагог Станислав Сергеевич. Они исполнят произведение «Металлиди» «Торжественная песня». Концертмейстер Майфат Татьяна Алексеевна. Thank you.
Ксения стала лауреатом двух конкурсов. Лауреатом первой степени открытого конкурса «Играя на сцене» и лауреатом второй степени регионального конкурса флейтистов «Академия Должикова». Следующим номером выступает трио «Флейт» в составе Крапивина Дарья, Коновалова Елизавета, Каратаева Вероника. Они исполнят произведение Джека Джордана «Маленькая рыжая обезьянка». Концертмейстер Кубрасева Елена Яковлевна. Девочки стали лауреатами двух конкурсов. Межрегиональный конкурс ансамбля имени Натальи Анатольевны Шараповой, лауреат первой степени, и лауреат первой степени на конкурсе «Уральские переливы». Сейчас у нас состоится дебютное выступление ансамбль нашего духового отдела «Аккорд». Ансамбль существует первый год. Я надеюсь, что в будущем к нему присоединится больше наших учащихся. Ансамбль исполнит два произведения. Эдвард Грик «В пещере горного короля» и Александров «Новогодняя полька». Руководитель Станислав Сергеевич Майфат. Концертмейстер Татьяна Алексеевна Майфат. Thank you.
выступает Просинников Матвей. Он исполнит нам блюз «Розового дерева» композитора Чарльза де Лассея, преподаватель Игорь Евгеньевич Киселев. Матвей у нас стал лауреатом третьей степени 9-го международного конкурса «Ударная волна» 2023 год, город Санкт-Петербург. Очень сложный конкурс. Давайте похлопаем его.
Митрофанова Ксения и Галиулин Василий Салихович. Они исполнят произведение Владимира Цыбина «Тарантелла». Thank you.
За эти полгода учащиеся нашего духовного отдела достигли многого, я считаю. Стали лауреатами конкурсов различной степени, стали играть в ансамблях. Давайте пожелаем им дальнейших успехов и поаплодируем им, их учителям, их концертмейстерам. И мы вас поздравляем всех с наступающим Новым годом. Желаем его встретить в кругу близких, родных. И самое главное, чтобы все были...